Всем привет! С вами канал Лев Лайф. Приехали на коп, выгружаемся, взяли систему хука. Поздоровайтесь все. Всем привет. Всем здоровайся. По-английски. Молча. Взяли с собой. Они уходят по-английски молча. О, рыксы. Два аккумуляторы. Штиночку, лопату не забудь. Может, ту высокую лучше? Не, она говорит, маленькая будет. Mm. Вот так вот. В общем, сегодня погода у нас замечательная. Жарковатая. Да? Даже жарко, да. Солнце светит очень ярко. Кристина нашла уже себе ботинки. Тебе. Какой тут размер? 38 как раз твой размер. Надо дело обмыть. Первая находка. Первая находка. В общем-то, тут маленько дождик шел несколько дней. И уже не спуститься, потому что очень грязно. Вот, поэтому будем. Машину оставляем 5 тут. И будем сейчас таскать все. Особенно тяжелое это груза и аккумулятор. Ладно, сейчас как спустимся там, оденемся. Все покажем и расскажем, что найдем. Погнали. Все, кое-как донесли аккумулятор, груза. Фу, тяжело. Вон Кристина тоже идет с костюмом, с металлоискателями. Фу. Да, тут не так жарко. Возле воды. Папа несет лавочку, будем на ней переодеваться. Где-то еще же этот был. Поддон, наверное, сожгли его. Думаешь? Ну, что-то не видно, его костер будет палить. О, хорошая была штука. Переодеваться на ней. Куда он делся? Пленка, ну какая-то. Фу, тяжело. Ладно, сейчас будем переодеваться и попрем в воду. Я уже практически готов. Одел костюм. Кристина уже тоже настроилась, проверила на разном ювелирном украшении, там на цепях, на всем, в общем. Какие сигналы? Папа тут настраивает груза мне. А то тогда мы их забыли. Что, тяжелые, да? Надо помочь? Тебе одевать. Ну. В общем, я практически готов. Груза нацепили. Пинпонтер, лопата. Металлоискатель настроен. В общем, все практически готово. Папа пошел, понес аккумулятор и компрессор. В общем, систему хука на плот. Все, сейчас буду заходить. Как вылезу, вам все покажу, что нашел. А может, я ничего и не найду. В общем-то, вылез я из воды. Какие мы проблемы заметили? То есть мы это, по сути, первый раз. В тот раз мы ездили, груза забыли. Опять все, я именно нырял и по дну прям ползу. Потому что с грузами были. Маленько грузов не хватает, я, бывает, всплываю, когда начинаю что-то копать. Поэтому первое, это, конечно же, надо будет добавить груз на меня. Хотим заказать либо жилет, ну, посмотрим еще, может, сами сделаем его. Я сейчас посмотрел, так, где-то жилет около 3-4 тысяч стоит. Просто жилет без грузов. Вот. Также неудобно было копать. То есть я пытался копать рукой, и у меня не получалось выкопать. Поэтому надо будет купить еще скуп. Скуп тоже стоит 3000 рублей. Дальше. Третий момент. Я потерял пинпонтер. Я, то есть, плавал, потом какой-то момент вынырнул, смотрю, а пинпонтера нету. Он слетел у меня. Я Кристине уже говорю, все, пинпонтер потерялся. Нет, потом я поплавал и нашел его. То есть я очень хорошо обрадовался. То есть моя находка — это пинпонтер наш же. Хотя бы так. Также что-то я нашел блесну какую-то. Ну, выкопал ее рукой в перчатке. Какой еще момент? Маска постоянно подтекает у меня. То есть неповадно прилегает. Надо тоже будет что-то делать с этим. Ну, а так, в принципе, ничего сложного нету. Расслабился. Главное расслабиться. И копаешь в удовольствие. Сейчас главное приобрести скуп и груза.
проблемой того, что маска запотевает, я купил специальное средство против запотевания. Вообще это средство предназначено для машин. Смазываешь стекло, и оно не потеет. А так, в принципе, все было не видно, потому что там муть такая, все желто-желто. Сейчас отправились, в общем-то, еще, как сказать, обследовать пару мест. Не знаю, проедем там или нет, доедем уже когда до туда. Посмотрим, какая, то что дорога там пересеченная, а до этого были дожди. Не хочу застрять, поэтому мы поедем сейчас проверим места. Лёвка, кстати, уснул. Лев уснул, поэтому мы сейчас поедем потихоньку, обследуем места и покажем вам. Может, в следующий раз мы отправимся именно туда. Ладно, когда едем, в принципе, все покажем, смотрим. Здравствуйте. А вы не подскажете, здесь купаются где-нибудь? В той стороне, да? Угу. Сразу же, да? Угу. Угу. Хорошо, спасибо. Музыку слушает, да? Чего? А вон мишлавочек стоит. Правда. Интересно, ни разу не был. Я была. А на карте отмечено, что тут, да? Вот, наверное, спуск, да? Ну, давай ставь машину. Все. Все. Ну, какая-то заезд там, да, прям? Давай сначала с горы посмотрим. Давай. Так, камера, не выключай, только сейчас я подсниму сразу. А вот там еще на конце посмотрим, там вроде песок должен быть. Смотрите, немножко мусор. Да, бутылки. Ну-ка давай посмотрим, Лёвочка там спит. Вон у нас, да. Тихонько сейчас пойдем, посмотрим. О, тут обрыв такой. Он там снизу, наверное, да? Как прям на Петрова. Ну, вот сейчас пока, видимо, вода поднялась, да? А где ты еще где-то говоришь, да? Да, в самом конце там. Где? Ну, по карте там, посмотрим, конец прям озера. Там, типа, туда такой, ехать дальше, да? Песочное, ну. В принципе, недалеко ехать. У меня какое-то железо, что ли, там? Ну, уже железяк уже там лежит у нас. Так, ну давай дальше-то проедем, посмотрим. Прикольно, да, так красиво так. Место вообще классное. Вдоль так березы растут прям. Красота. Ну так берег вроде бы лучше. Да, вообще нормально. Ну вот сейчас дальше проедем, там покажем, что есть. Мы прям дрова лежат, ну, чтобы топить тут костерочек. Ладно, проедем дальше, сейчас посмотрим. Озеро. Так, нашли какую-то дорогу. Она такая... На простой машинке не прокатишься. Хотя можно и на Жигулях, наверное, проедешь. Ты видишь кладбище сверху. Угу. Снимите это так. Зачем? Еще глину копают. Глину, наверное, копают. Ты видишь, промыло водой. Угу. А так-то нормальная дорога. Сейчас вот вдоль озера придется ехать. Вот сюда вот. Направо? Да. Куда это направо? А, нет, чуть дальше. Дальше, там, наверное? Да. Ох ты, ё-моё, как тут ехать? Я не пойму. Лучше тут ехать. Вот так лучше ехать. Угу. Вот. 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 Вот.
Ну. Тут ручеёк прям протекает, смотри. Угу. Ничего не провалишься? Да иду уже. Кто-то вот тут ездил недавно. Мощно-мощно. Смотри, как красиво. Горы такие. Не видно? В общем, приехали мы на озеро, песка тут нету, пока что непонятно, точнее. Но уток очень много, прям вообще, да? Столько уток летает. Красота. Ну, дорога наезженная. Так, приехали мы обратно на то место, ну, где первый раз подъехали, там лавочка вот там стоит, где дрова. Там вообще ничего не было, где мы сейчас были. Ну, в принципе, можешь, когда вода уйдет, да, что-нибудь и будет. Сейчас посмотрим, что тут, какое-то железо там было еще. Здесь песок. Песок, ага. Пойди бегом, а то там левочка, да? Пойди. Сейчас посмотрим, а так вообще тут красиво так. Мне кажется, тут часто люди купаются вот в деревне, да? Угу. А где еще купаться? Травушек много. Ну. Ну прям тропиночку вот протоптана. Блин, ты машину не закрыл? Не так. Они прямо тут купаются, что ли? Тут песок, вроде бы. Что тут не посидеть, ничего. Там человек какой-то. Вон. А вон, смотри, вон спуск. Нет, песочный. Правда, там песок. А здесь что-то это. А тут не песок? Песок. Тоже ну песок? Там прямо он как будто пляжик. Не, прям твердый, слушай-ка. Как, ну, видишь, как угу. Пляжик. А там вон видишь, как будто это. Да, да. Давай туда сходим. Да. А как мы это, со львом-то как сходим? Как нам не получится без льва? А как тут туда пойти-то? В общем, сейчас найдем то место, там где-то песочек прям хорошо так. Возможно, там купаются. Посмотрим сейчас. Лев еще спит. Кристина бежит. В гору. Лев там проснулся у нас. Нашли какую-то тропинку тут. Я пошел один. Ух, что тут такое? Как тут промыло жестко. Да, там песочек вон. Но это не то, про что мы думали. Да, жестко тут промыло. Опасно.
может оплюснуться. Вон песок. Непонятно, как туда попасть. Там где-то может еще спуск есть. Возможно. В общем, вот такое вот у нас путешествие. Смотрим места, где можно еще покопать, походить с металлоискателем. Банки валяются. Старые. В общем, пока что такого нормального места еще не нашли. Ладно. Поедем домой. Надеюсь, вам такой видеоролик понравился. Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных видео. Мы поедем домой. Ладно, солнце уже садится. Всем счастливо. Всем удачи, всем пока. К-700. Сажает что-то. Работают люди на тракторах.